Вот оно, супер опять становление в клубе сегодня, Official Break Nouvelle. Да, и мы сегодня представляем небольшой тизер перед выступлением, потрясающий по своей сущности группы Сот-75. Ну, понятно, о чем речь идет. Вот. И, собственно говоря, для того, чтобы вошли в курс дела, где-то здесь спрятался вот этот тайный режиссер, ну, где-то на территории Петербурга, который, да, планировал и планирует до сих пор, с чем мы его поздравляем и надеемся, что все-таки фильм будет снят. И в настоящий момент хотим показать вам западную краудфандинговую платформу, на которую он выставил тизер своего фильма для того, чтобы собрать денег и все-таки отсняться. Собственно говоря, я не знаю, о чем они говорят, я думаю, вы поймете. Но они говорят, типа, вместе мы это все сделаем. Прошу вашего внимания. Let's go! Молодой человек, I think a Psycho Billy should be there. I liked it, yeah. I was curious to see how it moved on. You know, what's the story, what happens next. It's really professional. Not yet, what is that? What are you doing here? Actually, I really like the actors. It can only be good. Some people will see that movie and discover this music. And I think it's a big honor, and it's fantastic that it gives a stage for psychobilly music. Go in the woods, chase the young women naked through the woods, and never come back. And I'm really excited about it. I've seen the teaser, and I think it's absolutely brilliant. We, and especially me, would like to see psychobilly music and Batmobile on screens all around the world. And we as Batmobile want you to support this movie. And together, we can make it real and we can make it happen. I'll have to see it again. Все отлично, да. Посмотрели, никто ничего не понял, да? Я хочу сказать, что это делалось для западных платформ. Вот то, что сейчас увидите вы, вам очень понравится. Потенциально, не потенциально. Мне очень нравится. Обратите внимание, да, вот человек в капюшоне, никто не знает, кто это, что с ним будет, да, но когда от него девочка прячется, она делает вот так. Это раз. Во-вторых, будет отличнейшая фраза, да, когда вот молодой человек, значит, сайкобил, музыкант, разговаривает с девушкой, и они целуются. Но это, конечно же, не показано. И потом два специалиста по разрешению конфликтов, да, в погонах разговаривают. Обратите на это внимание. Очень весело. Очень крутой фильм. Потенциально будет. Встречаем русский все-таки тизер. Это будет очень весело. И вам понравится.
уходи в лес, ты никогда не Греческий миф об Одиссее – это один из главных сюжетов в литературе. Каждый его рассказывает по-разному, но смысл всегда остается один. Это история о возвращении домой, где на пути герой обретает себя. Это ты сам придумал? Не, это Борхес. Борхес? Боже мой, светит солнце, я гуляю с парнем, который беседует со мной о литературе. А впереди нас ждут поганки. Волшебные грибочки. Сначала интригует. Потому что устанавливает ловушки. И не потому, что знает распорядок дичи. А потому, что он вообще не имеет никакого распорядка. Кастанеда. Что это? А листовка с утра в ящике взял. Что пишут? Сектанты пишут, что сегодня конец света. Так это все слышишь? Ни машин, ни электричек. Все кончилось. Мы с тобой последние люди на Земле. И надо начинать все заново. А может, не надо? Надо. Пишут, что конец света сегодня. Так значит, все. Слышишь? Ни машин, ни электричек. И мы с тобой последние люди на Земле. И что? И все. Thank you.
Хочу сказать спасибо, что вы пришли, что вы посмотрели. В группе все контакты есть фильма. Если есть интерес или люди иностранные, направьте им это, пусть они прочухают эту тематику. Я думаю, что в теме это все будет интересно. Там специальные там какие-то футболки, там еще что-то дарят, афиши, приглашения будут. В результате на премьеру будем все только очень рады. Ну а сейчас хочу вам, короче говоря, представить офигительную панк нео хайп группу, которая не вписывается ни в какие тематики. Реальная, веселая, прыгают, пробивают головами потолки 175. Рок-н-ролла! Давай! Рок-н-ролла не будет. Он только что спрашивал, как мы называемся. Дыма. Добрый вечер. На самом деле, зачем вы убираете стулья оттуда? Никто же не танцует в крае в последнее время на концертах рок-н-ролла. Все сидят. Сидите перед нами, мы хотя бы вас будем видеть. Я уходящий пикет.
дождь, а сегодня на злое и не разберешь, кто играет диджей. И сколько здесь вас по хардкору тусуем, и каждый набрал. И не смей сомневаться. Как там, блядь, дела обстоят? Я надел эти ебаные очки для того... Для чего? Для антуража, да. Пошло все нахуй. Пускай все остается. Наступи на них! О, погнали. Это Ваня. Yeah.
неудовлетворенных девушек. Вы можете приглашать ёбаных кавалеров. Не проснулся с утра, было бы круто, не болит голова. Нахуй все предрассудки, политику, шутки и бла-бла-бла-бла. Я лежу и воняю, сам собой загоняю, за это забор. Не проснулся с похмелья, не повторну зелья, вот это вот слон. А вчера было очень круто, в дыму была голова. Шали вино, стыкило и танцы до утра. Ты права, ты права, ты права, виновата права. Ты права, да, ты права, ты права, виновата права. Следующая будет. Поэтому любите друг друга. Любите друг друга. Но больше любите алкоголь. Трудовой недели в магазине покупаю 5 бутылок вискаря. Испанец, ты здесь? После этого звоню друзьям, чтобы вместе с ними нажраться в хлам. Друга нами вызываем шлюх, иногда одну на четверых, но чаще двух. Орги и бухло и кокаин. Каждый повелите шлюхи, каждый господин. Люблю тебя, жить, и пока хуй стоит, я же не барахлит, да-да-да-да-да, буду пить.
начало выходного дня, да-да. Дома в жопу пьяные друзья, шлюха с порванной пиздой, охуевшая жена. Дальше буду только пиздюли, но друзья всегда помогут, лучшие друзья мои. Лучшие хотя бы без друзей, с кем бы я бухал ночами. Стоит печень, не барахлит. Да-да-да-да-да. Буду пить и бокса. Буду пить и бокса. Буду пить и Все просто, ребят.
Давайте. Любовь, друзья. Короче, Костик, похоже, сегодня не хочет разговаривать. Он уже, наверное, ебенился. У него все нормально, я за него поговорю. Короче, он говорит, что эта песня будет посвящаться, ну, вернее, всегда посвящалась и посвящается петрозаводским. Петрозаводским. Кому, кто знает? Вот так, молодцы. Поехали. Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха!
уж этот Павлик. Ох уж этот Павлик. Нахуй. Дайте виски с колой, а. Ну. Извини, я слишком пьян, да я не лезу в твой стакан. Успокойся, успокойся. Я практически не злюсь, когда бухаю, веселюсь. Успокойся, успокойся. Еще 100 грамм и пора. Бармен, налей молока. Вызывайте такси, подожди, мы остаемся до утра, до утра. Извини, я слишком пьян, да я не лезу в твой стакан. Успокойся, успокойся. Еще 100 грамм и пора, еще 100 грамм и пора. Бармен, вали молока. Эй! Не вызывайте такси, подожди. Мы остаемся, мы остаемся до утра. Shut up!
сварились котеты. Это
утра нужно было пойти. А теперь электричка везет меня. Открыта дверь лишь.
сигареты, спички, все, что нужно мне. Дела нет, но есть куплет. Тишина на кухне, спят друзья, и всюду лужи пива на полу. Друзья проснутся лишь к утру, отключен свет, закрыта дверь, лишь пара легких сигарет и спички, все, что нужно мне. Припева нет, но есть куплет. Я буду петь своим друзьям уснувшим, буду петь своим соседям глупым. Войдет без стука яркий свет. Я вновь встречаю утро, я вновь встречаю утро, я вновь встречаю утро.